Привет, дорогой. Ну что там с тобой? Да так себе, братец, борюсь и бунцой. Так, стоп, а ну-ка постой. Ты ж там влюбился весенний порой. Ой, да ну бог с тобой, все равно переполнен тревогой. Понял, родной. Ну поделись, что ли, со мной. Да даже хрен знает, с чего тут начать. Не хочется так на тебя взваливать. Так, давай не морочь. Лучше меня никому не помочь. Спасибо, дружище, за понимание. Мне дорого твое острое внимание. Засада тут в том, что не виден сам корень внутренней хвори той, что рвет иногда на части. Либо усталость, либо чуйка несчастья. Так и живу, если помнишь. То радостный до безумия, то грустный и злой. И нет понимания. То эти сраные копания, то нежелание действия, вечные противодействия. Хочется, чтобы слышали, а не тупо слушали. Чтобы навязывать ответы, свои наставления, нравоучения, уроки псевдомудрости и прочей глупости. Дошел до того уж, что трясет от голосов близких, аж самому от этого мерзко. Понимаешь, думаю, одногодки. Читали одни и те же книжки, росли в общих движках, совершали одинаковые ошибки, делились улыбками. Мы же рыбки. Знаю, не верили никогда оба в эти зодиакопостулаты, сплошные шаблоны, коими мир переполнен. Но, как оказалось, весомая гадость. Тут тебе и рукастость, и творчество кладезь, и характера вязь, и зависимость, и грязь. Получается, мы с тобой по шаблонам? Или станет кто-то героем? Или вот что так тупо просто надо, уже не нам с тобой, а всем этим людям? Тупо все сразу на блюде? Или кайф достижения, крутых совершений? Типа гордо и емко, я это сделал сам, а не папа купил нам. Так что ты вот спрашиваешь про мирское, и казалось бы, почему до сих пор не в покое? А вот хер его знает, нет ответа. Хочу быть тупым и заурядным порой. Не хочу обидеть никого, кто сработает тупо.